О чем беседуют эти колхозники? О больших переменах, которые произошли в деревне Логовино в Псковской области. Здесь вырос 48-квартирный дом, и живут в нем труженики колхоза «Россия». А недавно колхозники получили еще один подарок. В дни работы июньского пленума Центрального комитета партии закончено строительство колхозного дома культуры. Зрительный зал может вместить 400 человек. Новейшая аппаратура позволяет демонстрировать широкоэкранные фильмы. В колхозном доме культуры читаются лекции, доклады, проводятся вечера отдыха. Такие дома культуры все чаще можно увидеть в селах Псковской области.